Итак, ребят, привет! Сегодня у меня очередной выход. Выехали мы покопать все же в ту же деревню. Начинаю я свою трансляцию непосредственно в машине, потому что за бортом у нас очень-очень сильный ветер. В общем, пробежался я, наверное, минут 20 занял по поводу поиска шурфа, достойного фундамента. К сожалению, ничего интересного не нашел. И вернулся на то место, где мой друг, комрад Евгений, прям верховые поднял две монеты. То есть, прямо на фундаменте лежали монетки. Первый раз он пятнашку поднял, рамочник, потом копеечку 61-го года. И я думаю, дай-ка зайду на этот фундамент, так как ничего интересного не нашел. Вот, и хочу там попробовать. Но почему я еще там захотел? Потому что там я сразу поднял 4 монеты, не шурфря. Представляете, 4 монеты, просто верховые. Сегодня я буду копать с новым другом комрадом, с Виталием. Вот, говорит, пускай называю Витек, Виталий, там еще кое-какие прозвища погонял, может быть, кто его и узнает. Вот, камера он не стесняется, так что будет он у меня сегодня на камере. Ко мне обратился непосредственно через YouTube-канал. Обратился, списались, созвонились, и сегодня вот встретились и покопаем. Выехали на всю ту же старую деревню, на которую предыдущие были у меня шурфы. Так что я думаю, что-нибудь интересное у нас сегодня будет. Раз у меня уже 4 находки. Советский, двадцатка 39-го, пятнашка 50 какого-то, двушка и пятнашка. В общем, 4 монеты буквально за какие-то 3-4 минуты. Так что сейчас иду туда, у нас ветер. Так что камеру постараюсь как-то прятать. Ну и все, начало есть, значит, видео состоялось. Итак, ребят, скрываюсь от ветра, стараюсь, надеюсь, не помешает. Вот тот самый фундамент, он вроде невзрачный, но меня заинтересовал своими верховыми находками. Повторюсь, сегодня копаю с новым комрадом, списались, созвонились, и вот он у нас. Приехал он с Самары, как говорится, своим ходом. Я его встретил и на Ниве проехали, потому что на его машине здесь было бы большие проблемы. Все бы днищем собрал. Вот в таких местах мы сегодня с вами и покопаем. Ну все, включусь со следующей находкой. Итак, ребят, закончу, наверное, в этом месте. Вот в этом эпицентре были находки. Две Женька и 5 моих. Итого 9 монет вот здесь вот были. Все верховые. И сейчас выпала монетка 3 копейки 56-го года. Решил я все же на нормальный фундамент перебраться. Пробежался, поискал и кое-что нашел. Не знаю, посмотрим, что там будет с находками. Переедем чуть-чуть. Итак, ребят, приехал я вот на такое вот местечко. Здесь вот проходила улица. И здесь. В общем, вот здесь вот эпицентр был. Перекресток. Дымовая яма стоит здесь. Там, здесь и позади меня. Там я покопал, делал пробные катки, засыпка мне не понравилась. Здесь я еще не смотрел, но просто я уже знаю, что здесь стоял дом. Здесь тоже фигня. А вот здесь вот у меня первые катки сделал, и выпала монета. И я здесь останусь. Это у нас 10 копеек 36-го года. Зачетно, остаемся. Не просто из-за монет, а то, что здесь засыпка. Стекло, засыпка и керамика. Вот так вот. Вот такая вот дымовая яма предстоит сегодня мне пошурфить. Я думаю, больше искать ничего не буду, а здесь останусь. У нас очень сильный ветер. Вот, так что не обессудьте, будет немножко шуметь. Ладно, пока у нас Виталий без находок. Но я немножко уже наковырял. Такое количество монет. Все советские, ничего интересного. Итак, ребят, сигнал, монета. Монета советская, желтая, круглая, год 46-й, 3 копейки. Позвал я сюда Виталию, рядышком, чтобы копал. Но отогнал его подальше от себя из-за того, что у нас у обоих Аськи 250 и у нас фонят приборы. До этого к
копал со Стасом. У него Аська 150, фона не было никакого. А это у нас от графина. Вот такой вот графинчик был красивый. Возможно, и находки будут красивые, но чуть позже. Да? Да. Виталий надеется. Ладно, идем дальше. Итак, ребята, ветер сильный. Редко снимаю вам. Подымал я еще двушку, пятачок, пятнашку. И вот сейчас выпала двадцатка. 20 копеек медный никелевый сплав 1942 года. Вот такая вот монета. У Виталия там тоже несколько монет советских. То есть он ноль свой разбомбил. Теперь у него находки пошли. Две монеты поднял. Двушку и трешку советские. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, наконец-то долгожданная царская монета. Номиналом 1 копеечка. Формата Николая II. 1915. Вот такая зачетная, чистая, без всяких болячек монетка. Классно, классно. Царь есть, зачетно. Коп уже состоялся. Вон там Виталик рубит, борется с растительностью. Так что, как тебе, Виталь, коп? Рукой машет. Уже, наверное, устал. У него у него лопатка тоже, как у Стаса, который предыдущий со мной копал. Ну, у Виталика хоть еще более-менее лопата. Чуть позже, может быть, я его покажу. Но Стас до этого копал. Там вообще детский такой совочек. Вот. Так что на шурфе нужно с хорошей большой лопатой. Ну, вот так в целом. Нормально. Царь есть, значит, видео состоялось. Итак, ребят, продолжаю вместо печки бомбить очень большое количество кирпичей. И хочу все под печку залезть. Ну и очередной царь выпал. Это у нас снова копеечка. А с этой стороны сохранчик неплохой. 1911. Зачетно. А вот с другой немного затертый. Ну ничего, ничего, пойдет. Вон там металли ковыряется. Я никак не могу уйти. Одни лыжники. Лыжники, говорит, декоративные шляпки от гвоздей медные. Задолбали. Ничего, ничего. Монеты будут. Думаю, штук 30 мы за сегодня накопаем на двоих. Это задача моя. 30 монет на двоих за сегодня вот с этого шурфа поднять. Ветер здесь очень сильный, прям даже штормовой. Иногда сигнал даже от Асики не слышно. Ну ничего, ничего. Зато комаров нету. Да, зато комаров и мух нету. Вот это радует. Ночью у нас было... Сколько минус... А, сегодня минус 3 было, да? Нет, плюс 6 в Тамаре. Ночью, ночью. Ночью у нас плюс 6. Даже МЧС предупреждал, что... Это 26 на 27 в ночь. А-а-а. Сегодня ночью будет. Сегодня ночью будет минус. МЧС предупреждал. 3. Минус 3. Вот так вот у нас вот лето. Минус 3. Ладно, идем дальше. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении новых выпусков. Итак, ребят, у нас просто шторм какой-то. Но в этих условиях мы все-таки слышим свои аськи звонкие. У меня находка. Пятачок. Такой вот зелененький. И год 40-й.
40-й год. Ну, почистится, будет, наверное, добротный. Виталий, пока тихо. Да ничего, все впереди. Итак, наконец-то у Виталия находка и монета. Монетка советская. Пролетариат. Да, пролетариат. Какого года, к сожалению, сказать не могу, но, наверное, 31-го. 5 копеек. Почистится. Вроде болячек сильных нету. Ну, в принципе, неплохой. Монетос крупный. А, 32-й вроде. Да, 32-й. Пролетариаты всех стран, соединяйтесь. И еще у него была зачетная находка. Вот такая вот бутылочка. Аптечная, с царской символикой. Но жалко, она утраченная. Горлышко разбито. И вот такая вот бутылка с орлом. На своем веку я встречаю всего-навсего 3 бутылки. 2 у меня в коллекции целые. И третья вот такая вот утраченная. Были, конечно, осколки с орлами, но вот такой экземпляр встречается нечасто. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, мы добиваем свой шурфец. Наверное, останемся до конца. У нас вот такие вот стекляночки. Интересные вот такие вот. Вот это тяжелое такое. Чистое стекло. Потом царская бутылочка целая. Зачетная. И у меня выпала монетка. Что-то я вам не снимаю, а у меня, наверное, уже больше 20 монет. А сюжеты я вам не показываю. Ну, потому что монеты обыденные, советские. Вот решил показать эту трешку 30-го года, так как это у нас пролетариаты всех стран, соединяйтесь. Время уже подходит к своему завершению, а там какой-то джипер. Вот. Черный джип какой-то. Сюда, в принципе, ездит только покопать, больше никто. Вот, куда-то я пропал. А, вон там он поехал. Черный джип какой-то. Походу на Субару. Ну, сюда приезжает только копать. Больше нет никакой причины. Ну, время просто уже позднее. Не знаю, что это он приехал так поздно. Ну, ладно, ладно. Итак, ребята, земляной дед сегодня надо мной усмехается тем, что подкидывает монетки из разряда ни о чем. Была двадцатка 42-го. Жалко, что не 10 копеек и не 15. На этот раз выпало 15 копеек, но 43-го. Блин, нет бы 42-го подкинул бы. 10 или 15 копеек 42-го года, они, в принципе, дорогие. Блин, ну дед-то. Ну, надсмехается он сегодня надо мной. Ладно, ладно, ладно. Скоро будем завершать уже свой коп. Еще часок, наверное, покопаем и в путь дорогу. Итак, ребята, шурфы мы потихоньку уже засыпаем за собой. Вот, в принципе, осталось еще немного покопать. Солнышко у нас еще, как говорится, позволяет часок покопать. Вот, у меня там находочка. Находка всего-навсего пятачок. Вот, иду я вдоль именно стены. Здесь всего-навсего нужно на штык лопаты копать. А сюда уже поглубже. Но я там не хочу, потому что большое количество кирпичей здесь. В общем, лопата вообще не лезет. И я решил вдоль стены пройтись. Здесь я уже поднял 4 монеты. Я вам их не показывал. Вот, а пятачок решил показать тем, что эта монета как бы ничего серьезного, но 5 копеек 1940 года. В основном сегодня трешки у нас попадаются. Пятачков не особо, но все же есть. Итак, буду продолжать вот так вот. Здесь угол дома и пошел туда. Я думаю,
постараюсь, по крайней мере, это выкопать до конца. Что такое? Ну, Виталек вот такие вот штуки у нас копает. Здесь вот еще вот в пасть лошади вставляется вот такая вот хреновина. В принципе, еще были горшочки. Горшочки вот такого характера. Блин, Виталек, видите, подлокотник сломал. Будет ремонтировать. Горшочки вот такие вот. Почти целый. Вот такая вот тарелочка. Когда-то в свое время хлебали из них щи. Борщи. Да, щи, борщи, окрошки. Виталек вот копает около муравейника. И он его всячески обруливает. Говорит, не хочу я его рушить. Хотя, смотрите, муравейник основан вокруг столба. А вокруг столба зачастую всегда у нас находки. И он его, вот видите, обруливает. Не хочу! С этой стороны копает, с этой стороны. Так что так, муравейники он не ломает. Уважаю. Да, не, да их много, что они за... Нет! За пару дней отстроить тебе. Только труда вложили. Да ладно. Очень было трудно сегодня копать тем, что Аски 250 фонят друг на друга. И пришлось по очереди, да, когда рядом копали. То есть я вот здесь копал, а он вот здесь. Приходилось по очереди накидать, а потом только прозванивать. То он, то я. Потом я ходил еще туда, там делал пробные шурфы, закладывал. Но, к сожалению, они мне не понравились. И я решил все же добить этот шурф, дабы пусть хоть советики будут. Ну а так, ладно, ладно, время есть, продолжаем. Итак, ребят, вот здесь вот лежит фундаментный камень, здесь вот тоже лежит. И между ними в этой щелке был сигнал. При помощи пина я вызвонил. И не зря долбил. Вот смотрите, вот видите, вот камень, а вот щель с два пальца. И мне пришлось его выдалбливать. И не зря. Выпала у нас трешка 37-го года. Вот такая вот монетка. Зачетно. Классно. Идем дальше вдоль этого каменного фундамента. Итак, ребята, я думаю, это последняя находка. Редко находки стали выпадать. Осталось совсем чуть-чуть времени. И сейчас выпала трешка 41-го года. Вот такая вот монетка. С СССР. Фух. Копаем возле вот таких вот, как они, липы называются, да? Сегодня очень сильно ветрено. Один плюс то, что нету мушкары и комаров. А в целом ветер очень сильный. Я даже сегодня не раздевался. В камуфляже сегодня весь день. Ладно, ладно, ладно. Идем дальше. Итак, ребят, решил вам показать вот что. Находку, вернее, даже не одну, а несколько. Выпала двушка. Я уже год разглядел. 40-й. И следом был сигнал в этом же комочке. И выпал вот такой вот пятачок. Год, к сожалению, вам сказать не могу. Но вот он такой. Классно, классно, классно. Вон там он, Виталий, мучается. Копает, обруливает муравейник. Честь и хвала ему за это. Продолжаем. Итак, ребят, только что показывал две монеты. Двушка и пятачок. Срезал вот здесь вот пином краешек. И в стенке звенело. И выпала вот такая вот монета.
советская большая монета. Сзади герб старый. И год. Пятачок 30-го года. Прямо одна за другой выскакивает. Словно отсюда и не уходи. Вытащил вот в этом объеме, вот где у меня рука, уже поднял 5 монет. И снова выпала монетка. И снова это пятачок. Пятачок 52-го года. Классно, классно. Надеюсь, какой-нибудь экземпляр у меня сегодня ценный будет. А в целом, что? Всего на штык лопатой ковыряю. Земля чернозем. Это потому, что здесь вот фундамент. Именно из камня. Он, наверное, 400, да, наверное, миллиметров. Вот. И сруб ровно половину занимал. То есть у меня сегодня были находки непосредственно прямо на камнях. И здесь вот сруб стоял. И здесь уже домовая часть. И здесь как бы есть небольшая низина. То есть подпол был. А здесь, как говорится, практически пол был. И здесь всего-навсего на штык лопаты. И вот выскакивают монеты со штыка лопаты. Я даже уверен, что и здесь будут монеты. Но вот в этом эпицентре большое количество камней. Возможно, здесь была печка. Вот, так что здесь тяжело копать. Ну, сегодня попроще. Вдоль фундамента швыряемся, копаем и находим. Идем дальше. Вот сегодня червей полно. И вот в конце копа я только надумал, может, червяков пособирать. Завтра планирую на рыбалку съездить, отдохнуть. Так что не знаю, не знаю. Поживем, увидим. Итак, снова в этом уголке, снова монета. Если я снимаю, то она среднего или большого размера. И это, наверное, сегодня самая ценностная находка. Потому что это у нас рамочник. Ой, рамочник. Щитовик, ёты. И год 32-й вроде, если я не ошибаюсь. Вот такой вот классный монетос. Медно-никелевый сплав. Классно. Классно, классно, классно. Монета за монетой. Вот так бы было бы с утра. Было бы, наверное, шикарно. Да, Виталь? Ага. Если бы с утра так шло. Хотя у Витали, наверное, с утра лучше было, да, Виталь? Да, с утра у меня лучше. Одни копейки. А у него сейчас одни копеечки, он говорит, сыпется. Ну ладно, в конце сделаем обзор и посмотрим, что там у нас интересного по годам, я отмечу. Итак, ребят, будем заканчивать свой шурф. Я думаю, на него еще вернусь, потому что здесь я всего сделал на штык лопаты. Но я думаю, нужно все-таки углубляться, потому что в том углу находки были одна за другой, именно со второго штыка. Хоть там и был чернозем рассыпной. Вот, так что я, наверное, туда вернусь. Ну а сейчас обязательно дождитесь и посмотрите, какое количество мы подняли монет с этого фундамента. Вон у нас Виталий все-таки муравейник не тронул, оставил и обрулил. Сейчас он все это дело присыпает и будем с вами смотреть, что у нас сегодня с находками вышло. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеокоп именно обзором. Сейчас вместе с вами посмотрим, что у нас там получилось, и поедем домой. Так что не пропустите. Как говорится, я зарекался, что сегодня выкопаем на троих 30 монет. Эту норму выполнил только я. А Виталий, как говорится, немного не дотянул. Так что вот так вот.
Ну, сейчас смотрим наши находки. Итак, ребят, начну я обзор находок, которую мы сделали сегодня. Сегодня со мной копал один из новичков, это Виталий. Вот, он присоединился ко мне, созвонились и вышли на совместный коп. Вот такая вот подкова. Вот такая у него бутылочка с царской символикой. Жалко разбитая, но все же он ее возьмет как на память. По монеткам у него ничего серьезного такого нету. Все банально. Все монеты после... Так, что у него самое старое? Это 38-й. Две копеечки 38-го. И это 38-го, и это 38-го. Копейка 39-го. В принципе, вот так вот. От самовара вот такой зачетный краник нашел. У меня тоже именно такого образца есть. Вот таких вот, вот хреновин он накопал сегодня. Наверное... 15 штук он мне подсказывает. Ну, у меня тоже попадались, но не такое количество. Декоративные вот эти шляпки от гвоздей сегодня достали. Ну и по моим находкам, в принципе, получилось вот так вот. По шмурдяку ничего интересного. Вот такое вот кольцо, наверное, из пятака делали, потому что очень толстое. Кто-то хотел жениться, но видно, у него руки не тем концом вставлены и не доделал. Или же все-таки передумал жениться. Вот такая тяжелая фиговина. Я предполагаю, что это от зажигалки бензиновой. Шмурдяк вот такой, такой, такой. Вот такая вот лабуда интересная с камушком. Это, возможно, от конской упряжи. Вот украшение декоративное. А по монетам получились две царские монеты 15-го года. В принципе, бодрый сохранчик. И 11-го. Вот эту монету я датировать совсем не смог. Толстая и непонятная. Возможно, царская, 1-2 копейки. По пятачкам. 6 пятачков. Сейчас я вам точно сказать не могу, какие года, возможно, что-нибудь редкое и будет. Но в процессе видео вы, наверное, уже видели, потому что я выкладываю цены. Так что вот так вот. Трешки, в принципе, тоже сегодня очень большое количество. Так, получилось 12 трешек. Офигенно. Зачастую 46-го года, 41-го, 37-го, 38-го. В общем, вот так. Три двадцатки. Один из них у нас рамочник. Ой, щитовик 31-го и два рамочника 39-й и 42-й. Жалко, что двадцатка 42-го. Было бы червонец или пятнашка, было бы вообще зачетно. По каталогу они числятся как 12 000 рублей. Затем пятнашка 46-го, 57-го, 61-го, 61-го и 43-го. И снова меня дедушка, как говорится, обманул находкой. Жалко, что не 42-го. Затем двушки тоже. Получилось 6, 8, 10 двушек. Два червонца 36-го, 40-го и копеечки. Разглядеть года я не смог. 30-й. Потом, так, так, так. Не смог я разглядеть. 49-й. И 38-й. Так что вот так. Получилось у меня 47 монет. План я выполнил один. А у Виталия... Сколько у тебя, Виталий? 17. Доволен? Доволен, да, сегодняшним, да, выходом? Любимая цифра. Любимая цифра. Он сегодня первый раз выходил шурфить. Так что я думаю, ему шурф понравился тем, что поднял вот такое количество монет. Ну, это, в принципе, нормально. Предыдущий со мной комрад, который тоже созванивался, накопал всего-навсего 5 монет. Так что Виталий сегодня неплохо откопал. Ну, сейчас прощаться. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеокоп. Находки вы, как вы видели, суперские, тем, что большое количество. И вот на этом красивом фоне я буду заканчивать.
Запах просто обалденный. Сейчас я наберу своей супруге, вот, будет ей приятно, когда вот такой вот запах будет разноситься по квартире. Ну, на этом я и буду заканчивать. Все, всем пока и удачи. И сами видели, как шурф может дать какое количество находок. Так что вот так, только у меня их получилось 47. В следующий раз на шурфе. До встречи.